Соя, сорт Prudence, участок с различными нормами высева. Также тут и есть и способы посева различные. Так, здесь у нас первая норма и первый, опять же, способ. 12,5 междурядье и 200 тысяч штук на гектар. Это где-то у меня здесь, ну, если так вот сравнивать, то 36 килограмм на гектар. Сеял рапидом 400. Масса 1000 была где-то 180 грамм. Такой вот результат. Соя цветет, ветвится. Заложила уже есть первые бобики, даже на ветвях есть, а на боковых и на центральных тоже, конечно же. В целом все неплохо. Сегодня у нас 6 июля. Это норма высева. 300 тысяч. 400. Ну, где-то 72 килограмма. 72 килограмма. Так вот она цветет на 400 тысячах. И 500 это наша традиционная норма. Ну, пока она удается, пока получается, но опять же эту сою можно сеять и с меньшей или с более и с большей нормой. Следующее это 600, норма высева 600 тысяч. Посев достаточно приятный. 12,5 междурядье. Ну и 700. Дальше я не стал, потому что нет смысла. Так же, как и меньше. Я имею в виду, где 100 тысяч с таким междурядьем, потому что я в итоге не могу собрать растение в рядок. То есть у меня есть кое-какие проблемы с этим. Именно по севу. Поэтому на более широких междурядьях это все присутствует. Так что вот так, вот такой вот пока обзор норм высева с междурядьем 12,5 сои сорта Prudence. В целом, я думаю, что все, ну, во всяком случае, на вид все отлично.